Может. Сады стражников. Прошел уровень, не оставив живых ни одного вражеского монаха. Нанес поражение вражескому генералу своим генералом. Уничтожил минимум одного монаха, заколдовав его храм. Несложно, как будто, кстати. Можно попробовать. Может купить ей лосьон для душа или свечи. Ей бы понравились свечи. Стоп, давайте об этом. Твоя страсть к этой потаскухе мешает исполнению военного долга. Простите меня, учитель, я не повторю свои ошибки. Надеюсь, генерал, для вашего же блага. Потому что если ему удастся пройти через эти ворота, ты у меня поедешь на берег смерти открывать ракушки быстрее, чем успеешь сказать... Уракава, я иду за тобой. Что? Кто посмел произнести мое, то есть это имя, да еще большими буквами? Капсом. Капс оф. Это я, истинная Акамото. Сдавайся, предатель, и возможно тебе повезет умереть быстрой смертью. Ха, я смотрю, это все такое же высокомерный. Здесь я даю приказы, здесь я даю приказы, здесь я всем хозяин. Один вопрос, разве здесь правит не сёгун смерти? Хорошо, да. Фактически он здесь всему хозяин, но у меня тоже много власти. Тебе всегда удавалось роль второго плана, червяк. А ты? Что может сделать твоя команда от отбросов, собранная по ошибке природы? Для начала дать на орехи генералу, уставшему получать по тыкве. Ах, вот оно что. Тогда уравняем силы, добавив мне нечестного преимущества. Ко мне, малыши, ко мне. Хоп-хоп. Мои верные малыши, не забуду вашей преданности. Так, стоп, что? Наслаждайтесь, мои монахи-лисы. Приятного аппетита. Все, что осталось, можешь взять себе, генерал Армиока. И не забудь открывать ракушки. Что? Ракушки, блин. Отлично, всем занять свои позиции. Без жалости, бейтесь до последнего, пока все бойцы не закончат свой последний бой. Файт. О, ну у нас армия поинтереснее уже, да? Мы можем уже подумать, что нам тут делать. Так, мне монахи лисы. Без риса. Никого воскрешать пока не могут. Но будут воскрешать, как будто бы такая локация, где скидывать можно много, да? А где храмы? Или призыв только здесь и где-то там? Да, слева один. У него... А, нифига удобно. А, ну у него, да, как бы две лисы уже захвачены. Он может один здесь захватывать и призывать там. А, и по краям два. Окей. Справа 4 риса поля. Слева тоже 4. Ну, короче, симметрия, да, полная. Но симметрия не у нас. У нас как бы лучник 2 самурая, коняшка, здесь лучник, коняшка 2, ага, а пехотинцам. Так, и генерал спит. Так, надо подумать, что тогда действовать, как. У него есть какая-то расстановка? Все, разницы особо никакой нет. Единственная разница в том, что у нас генерал не по центру стоит, а СС ближе к этому отряду. Может быть, мы тогда хотим этим отрядом чуть-чуть активнее продвигаться. Так, в любом случае, я, наверное, хочу отправить коняшку. Захватывай, да, например. Лучника захватывает, например. Здесь, наверное, то же самое. И он будет два своих захватывать поля. Мы, наверное, два поля его никак не захватим. Единственное, что у него преимущество вот в этих двух полях по центру еще, да? Скорее всего, вот этот, вот эти поля его, вот эти поля его и вот эти поля его. Так. У меня всего два поля, блин. А два поля это сколько? 150, 150, 600, да? Но вот эти тяжело, мне кажется, будет отжать. Даже, ну, вот эти полегче, потому что они как будто бы ближе к нам. На самом деле, надо за вот эти бороться. Ну, погнали, еще один юнит, которым мы ходим этого вот этого чела.
да. Захватывает. Тут храм захватывает. И стреляет. Скинуть мы не сможем, наверное, да? Не сможем. Да, и он по центру 2 захватывает. Без шансов для нас. Для нас там без шансов что-либо сделать. Так, вот не знаю, вот этого чела мы сможем скинуть, интересно. Он не толкается, да, потому что он стоит на захвате. Ну тогда просто его бьем. Может быть, даже убить его получится. Конечно, стрёмно здесь супер стоит, но мы, если сейчас лучше не достанет. Рандом, серьезно. Не, не рандом. Как бы выбиваем его гарантированно, никто к нам не приходит сюда, кто может нас скинуть. Так, ты подставился под лучника, что не очень круто. Лучник у него вышел вперед. Блин, какая большая карта, подвезись коняшки хорошо зароляет. Может быть, призвать коняшку на следующий ход? Лучник у нас пускай справа, например, жрет череп, а коняшка будет призывать храм. Так, давайте слева посмотрим. Тебя, не знаю, назад как-то надо вести. Плохая особенность, что вперед повел. Так, тебя тоже надо убивать. Слушайте, а мы тут хорошо зачищаем все, да? Так, давайте, чтобы лучник стрелил. Короче, здесь у нас... Нет, я не хочу ходить. Слушай, мы отбили эти поля. Я даже что-то не думал, что здесь так все легко будет. В чем подвох? Может, коняшек демон не сделать? Сука. Ну, ошибка была вести его. Можно переиграть и не вести, мне кажется. Получше идея. А, у него по итогу два только поля. Он не смог боковые захватить. Ему не хватило юнитов. Если у него там боевая колонна хорошая построилась. Так, ну мои челы пускай танкуют. А я не знаю, кого я хочу теперь, лучника или коняшку. Мне кажется, как будто бы коняшку хочу крутую. Коняшка жри черепа. Единственное, что я здесь рис не захвачиваю, да? Блин, ну конечно, не на самом деле... Полк от этого одного черепа. Мне бы побольше, если бы черепов было. А тут всего один череп. Тут бы херня, да? Давайте захват произведем лучше. Так, здесь черепа сжать смысл, короче, не вижу. Лучше поля будем захватывать. Чтобы юнитов понастроить. Не дать ему этот риск в будущем. Надо подводить этих чуваков сюда. Не, мне, короче, ну и ладно, я знаю, что буду делать, если мне придется переигрывать. У меня же есть хорошая идея. Просто что меня пушат по центру. Ну пока мало что могу сделать. Лучник у меня как будто бы отлетает. Сюда пошел, да? Все, у нас куча всего захватывается. Пускай в АФК режиме захватывается. Короче, ошибка справа была. Поле не брать. Так, так работает? Видите, мне показалось, или он в другом месте стоял? Блин. Может, он так спадет, не? Он падет или нет, не понимаю. Как понять? Хоть падай. Так, нам пока на самом деле не надо захватывать, да? Надо с этим челом разобраться, тут два лучника приперлись. Разбудить нам генерала, потому что очень много юнитов приперлось. Убиваем одного лучника и выбиваем оттуда два черепа. Сможешь добить? Ты сможешь добить, ты добивай.
И мы жраем твой череп. Нашим генералом. Я плохой череп сожрал, там был чистый, надо было чисто жрать. Мы на самом деле забайтили его лучника, чтобы он сожрал череп. И мы его не скинем сейчас нахер, нет, не скинем. Так, все, пошел отсюда. Так, что, у нас еще и ходы остались? Тут захватывается все. Рис у нас на самом деле достаточно много захватывается. Я думаю, можно какую-нибудь коняшку подзывать еще одну. Или лучника. Это лучника. Все будет побольше лучников. Коняшки типа сбрасывать могут эффективно, но такое. А, я же сказал, мы просто забайтили либо специально. Это все продумано. Ах ты, тварь, ушел. Это твоя ошибка. Наверное, с этой стороны мы сейчас, наверное, сбросить его получится. Сейчас посмотрим. Ладно, тогда ошибка была, то что он ушел так далеко. А, он, кстати, ударить им все-таки смог. То есть он сначала пришел, постоял, ничего не сделал, потом ударил. Волочь. Так, у меня кто-то тут жрал череп. О, ты жрал череп, камера. Жри еще один череп. И иди куда-нибудь еще, где еще будет череп в дальнейшем. Например, сюда. Блин, тебя тут скинуть могут. Да, короче, через низ. Да, хорошо, через низ получается вам пройти. Так, генерал. А, ну здесь генерал вообще-то жрать будет. Не скинули. Так, ты забей. Блин, подкидывать только не надо. Так, а генерал доест. Дед доест. Так. Все, жрай. Еще один череп до демона остался. Так, они тут группкой стоят, поэтому их никто ничего не сделает им. Так, здесь у вас все в порядке. Вы стоите. Ты сможешь до этого дотянуться? А зачем мне его захватывать? Я типа трачу целое действие на то, чтобы просто у меня был храм, который у меня справа так есть. Или чтобы у меня подкрепление слева было. Ну, типа, чтобы подкрепление слева. Но у меня 300 риса, как будто бы рис не очень быстро мне накапливается. Плюс у меня он скоро закончится. А, надо справа захват сделать. А, еще захват. Давайте все захватим. Чтобы все наше было. Так, пошел призыв от него. Лучником не походил, ведет свою армию к нам поближе. Лутаем, лутаем рис. Ага, 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 ага. Налутали риса 500 штук. У него 0, потому что он только что призвал. Так, нам надо убить, сожрать череп, походить. Убиваем, но мы уйти далеко не сможем. Биться здесь тоже не хочется, на самом деле. Потому что очень много врагов, как будто бы могут зафокусить. Ну, типа, у нас много хипе. Да не, мне кажется, они пососут, если захотят со мной драться здесь. Но главное не улететь вниз. Надо быстро, что меня юнитов союзных убьют. Кстати, ладно, так же быть. Сожрем чистый череп. Он его не сожрал. Рахнем по нему. Идем побольше союзничков, чтобы нашего генерала не скинули. Пропасть. Давайте, у меня тут где-то эта коняшка был, да, крутой. И лучник достанет такой. 80% можно? О, можно 100. Идеально. Может было, кстати, наоборот сделать, тогда бы урон не получил. Был бы еще идеальней. А у меня, кстати, коняшка, который почти демон. Делаем его демоном. Да, коняшка демон. Так. Убиваем этого. И я бы просто сюда еще одного юнита привел, чтобы они в группе стояли. Чтобы вдруг, если вдруг коняшку убьют, хотя это вряд ли, мы его генерал потом не скинули. Ну, на, плюс на будущее еще можно привести, да. А, или лучника пытаюсь свести лучше. И стрельнем, да, нет, это, ладно, вот это мне больше нравится. Потому что навряд ли мы его коняшку убьют, у него там столько хп, типа... Ну, очень постараться надо, чтобы его убить. А, еще ход есть? Да куда мне столько ходить-то, лол?
Дайте врагу походить, враг ничего не сделать не может. Не я. Так, а поля снизу, кстати. А, я уже и поля снизу захватил оба. Так, что еще-то можно сделать? Эта штука... А, можно кого-нибудь призвать, у нас 500-300. Ну да, давайте призовем. Правильно надо делать. Ой, а кого еще призвать? Давайте еще коняшку. Будет дефильная коняшка, если вдруг кто-то к нам по мосту пойдет. Ну, мы скидывать будем всех, кто по мосту пойдет. Плохая для него идея. Не-не-не, без шансов. А, кстати, двоих челов снизу отставил, чтобы их не скинуть, да. Я продумал все. Поэтому я их не подвел. Ну куда ты? На тебя. Он в ответ больше наполучал, чем надамажил меня. Так, хилить идешь, а ты не достанешь. У меня, кстати, лист активизировались, наконец. Под конец файт, когда уже все и так подохли. Сейчас я просто лучниками застреляю. Нихера у них там чили. Ох. Лис убить, конечно, вкусняшка будет. Можно, пожалуйста, не приближать. Игра перестанет делать. Так, я хочу, знаете, я хочу вот этим челом на самом деле всех поубивать. Что, никого убить не можешь? Чтобы лучниками пожирать. Так, убивай этого. Нет, я не могу проиграть. Сакура никогда не приедет ко мне на берег мертвых. Как я буду скучать по сладкому аромату цветущей вишни, по прикосновению ее грязного платка. Ничего-ничего, переживешь. Так, это мы лучником сейчас стреляем. Так, это мы лучник стреляешь. Коняшкой добьем. Генерала ХП маловато. А у нас нету монаха Лиса. А если что-то там был прошел уровень, я собираюсь на новом вражеском монаха. Женерским генералом, своим генералом, ничего не могу. О, заколдовав его, блин, поставь уже на новом вражеском монаха. Так, монахи идут. Но они не умеют биться же, да? Не умеют резать. Нам черепа жрать, погодите. Они же резать умеют. А у него риса нет. Чем он рез собрался? Он одного может резать, да? Да сколько тут? Один остался. А, это живой. Я думаю, чего сожрать нельзя? Вон же второй справа стоит. Слева лучник, как бы, мне труп, да? Стой здесь пока. Я хотел каким-то лучником, да, подходить вот этот, сожрать череп. Как бы лучников мне тоже хочется прокачать хотя бы одного. Надо этим заняться. Он не достает. Ой. Ладно, его навряд ли скинут. Как бы монахи есть, которые открывать не могут. Блин, он сейчас резает. Ну, пускай резает. Мне даже не против то, что он резнет. А я не убиваю, кстати. Может, сожрать череп. Один раз ударить. А я не получу больше урона. Я сейчас сожру. А я, кстати, назад отойду. Меня не скинул здесь случайно. Не, нормально, я недалеко я ушел. Я не получил плюс урон. Жаль, хотелось бы. Блин, жалко. А, я могу, кстати, вот так вот сделать. А то вдруг лучника скинут, реально. Не знаю, кто, правда. Че, еще ходы у меня есть? Он проснется сейчас, наверное, будет моего коняшку. Да, не понравится, что я сюда подошел. Звал, да, он сейчас скинет моего коняшку. Такое. Коняшка как бы там так и планировал. А, он отхилил его. Кстати, да, я звук, что они хилить мне. Сука. Ладно. Скину. Че, будем кайтить его, пехотинц? Блин, я хотел этот... О, он пошел за мою коняшку, да? Бля, я хочу просто монаха Лиса убить. Этот, перепризывом. Блин, я не хочу захватывать. Он дойдет до меня, интересно? А, у него там... Радиус ходьбы. Нет, как это сделать? Я вот чел, например, здесь стоит. Он доходит до сюда, он не может меня скинуть, да?
Если он сюда встанет, он до меня достанет, наверное, скинет, да? Там не так как-то вставать. Центр может встать вот так вот. Я не понимаю, как здесь на мосту скидывание работает. Да блять. А, я же отойти могу. Но... Забыл, да. Новый механик. Он убьет меня, наверное, да? Не получится. Как бы не страшно. Я что здесь? А, мы сейчас... А, нет. Мы сейчас еще сюда коняшку призовем. Если он убьет ту коняшку, то я этой коняшкой. Ай! Блин, а там нашивка, чтобы генерал... Я своим его генерал убил. Аж не выполнится, да? Короче, отвлекающий коняшка. Чтобы он забайтился сюда идти. Скобочка, сейчас я его черепами нафижу и не пройду эту миссию. Так, тут где-то был чел. Сейчас, ну тот лучник, Мы его убьем. Чтобы не выпендрился. А, у меня ходы закончились. А на что я, блядь, потратил? А, я призывал и походил. Ой, да, это же минус два хода. Я что-то рассчитывал, что у меня тут два хода осталось. Нормально. Ты иди сюда встань. Нормально. Если он не догадается убить моего чела, который захватывает... Все, ок. Будем смотреть, что будет делать. Ну, здесь у меня ничего не сделал. Здесь череп сожрал. Упс. Блин, догадался, сволочь. Сука. Че такой умный, блин? Я вообще скинуть мог. Как бы спасибо сказать, что не скинул. Да хватит хилить. А, они же по два хода делают, блядь. Да, они по два хода делают. Ну что, перезахватывать пошел? Че, сволочь? У меня там рис остался, мне там нечего особо перезахватывать. Скинуть монаха рису. Не долетит, наверное, да? Было бы кайфово, если бы там можно было скинуть, но опять же непонятно. Как это работает. Так, здесь эту херонку убиваем. Идем питаемся лучником. Так. Моих хинтов у меня практически уже не осталось. Может запинаем его нахер? Кстати, а почему бы и нет? Запинываем. Я, кстати, демона могу, правда, потерять из-за этого. А что-то урона не хватает. Получник сейчас добьем, может быть, получится. Получником. Промотить. И не осталось. Что-то мне не хватает действий. Перестало резко хватать. Решаем, да. Но у него тоже юнитов как бы не осталось. Рис у него 600. Нет, у меня 600, у него 0. Что, он хилить будет? А, ебать, он его отхиливает. Хватит, блин. Сволочи, жрёт черепа мои. Так, ты главное демоном там не становись, сука. Да, я сейчас проиграю. Доиграюсь ведь, да? Я реально сейчас доиграюсь. По-моему, он ошибся. Блять, нет, не ошибся. Я думаю, типа, ему не хватит дойти до сюда, чтобы я мог захватить. Надо как-то закатить его, чтобы он отсюда ушел, и я бы по-тихому в стелсичи прошел. Короче, коняшка наготове. Что в любой момент готов будет идти жрать его. Так, он идет перезахватывать, но ему смысла нет перезахватывать поля, поэтому да... Готовится. Я могу вызвать там коняшку и сбросить его лесу нахер. Чел. Чем ты только думал? Блять, ну камер, ну пожалуйста, ну что с тобой не так?
Ух, сколько черепов тут жрать, пережрать все. Ай-яй-яй-яй-яй. Ошибочка, чел, ошибка новичка. Не продумал этот момент, конечно, чел. Блин, на вторую нельзя уже так скидывать, то что, ну, уничтожил минимум одного монаха, заколдовав его храм. Мне надо сейчас, чтобы закатить его на себя. А почему я не могу до второго дострелить, потому что стена духов, да, это? Да, если я с ним стреляю по этому шалу. Пускай хилит его. Завершить, да-да. Так, главное, чтобы не монах его этого не зафокусил. Он, по идее, не сможет. Риса у него нет, своего хилит. Этими куда пойдет? Пошел. Блять, он же не убьет? Мне как будто бы много, хотя он должен бить. Нормально. Вот ты и попался. Блять, я теперь не достаю. Да сука. Что делать? Блин, если генерал убью, битва же закончится, да? Сука. Тварь, чё он такой тупой? Ну его генерал, если убьют, то битва закончится. Так, прикрывать меня, мужики. Что делать-то, блин? Я его... А, ну я могу его чел убить. Выбить оттуда череп. Чуть-чуть одевайтесь. И урона. Хотя в ответ не бьют, непонятно. Может мост задефать? О! Погодите, план. План капкан. Смотрите, идем этим челом сюда. Закрываем мост, не давая сюда пройти никому. А? План? Попутно убиваю вот этого чела. Пожалуйста, ну блять, ну правый лучше, алло. Что? Да как это выбрать? Да пиздец, блять, вот просто между левым и правым прыгает, блять. А тут лучник стоит, игра, вот лучник, вот. Нажимая вправо, вот сюда можно попасть, не? Пиздец какой-то. Выбор мне, конечно, какой-то провал. Так, а... Чё я хотел? Блять, серьезно, ты издеваешься? Давай стреляй. Оу. Даже так. Иди добей. В смысле нет? Иди добей, говорю. Добивай его. Я, может быть, скинуть, но похер. Хоть ход, да. Бля, он его хилит. Ну что, сейчас у нас такая же лиса будет, будет нас хилить. А мы расстреляем его генерала. Или скинем вообще нахер. Что-то он сильно отхиливается. Тихо. Спокойно там. Ну, а что, возвращаемся, да? Задний ход дал. А что случилось? О, храм захватывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Неловко, да? Неловко. Ой-ой-ой-ой. Как раскаятель-то. Как лох. Так, это генерал идет на черепа, там, наверное, жрать. Точнее, этого слиса, которые выпали. Так, вы стреливайтесь. Мне по 80 не надо. Это по-нормальному. Мне жалко одного черепа, не хватило этим стать крутым... лучником омега. Так, чё? Бля, мы сейчас сожрем, очистим, и он его убьет и сожрет два черепа. Нашел лоха. Счастье, блин. Сейчас лесу твою трахну. Что-то идея закончилась, все делать.
Так, лучник здесь стоит, этот чел захватывает, этот ничего ему не сделает, этот тоже ничего не сделает, он не дойдет до нас. Ой, что прикольно, еще можно смутить. Да, можно этим что-то. Хотя зачем этим жрать? Ой, могу, кстати, второй захватить. У меня сейчас две лисы. И что ты мне сделаешь? Как же его как лоха раскать? Ой, скинул моего чела, который не сожрал твой череп, да, и не очистил тебе его, да? Не сделал для тебя еще одного корма. Ой-ой-ой. Как же переигран. Ой, а что? Минус два храма. Че, хилишь своей лисой, да? Последнее твое отхиливание твоей лисой. Теперь моя лиса. Опа. Опа. А, блин, а что не без черепов-то? Че, какие-то лоховские лисы. Дайте крутых. 6 там хп, какого хрена? А, он тоже идет жрать черепа. Не-не-не, это мои черепа. Иди в жопу. Не-не-не, ничего ему не оставлю. В жопу. Все мое. Я. Нажракались. Лучники подкрываем. 100% пофиг. Огонь. Надо было, кстати, этим лучником сожрать. А, я тупой, я мог ему реально сожрать, и он бы стал бы демоном. Ой, бля, ошибка новичка. Блин, этот чел застрял. А, стой здесь. Так, ты АФКаш. Что умеешь? Ты ничего не умеешь. Полезный. О, а ты можешь похилить этого. Похилим это. Все, коняшка, в бой. На, нафиг. Слышь, писается еще что-то. Пошел нафиг. Все, изи. Эти. Чем еще надо? Прошел уровень, не оставив живых ни одного вражеского монаха. Уничтожил минимум одного монаха, заколдовав его храм. Своим генералом бить, точно. Мы сейчас все три... О, изи. Сейчас все три наши предокроем. Так, завершить, вот, что, завершайся. А, там слева, ой, там сверху же черепа выпали. Ой, там выпали черепа с этого чела. Нет, 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 ты их не видишь. Ой, фух, он реально их не видит. Блин, моего полудемона лучник убил. Хватит жраться, чел. О, хрена. Вот не скидывай. А генерал можно скинуть? Так, я смогу его забить? Сейчас. Мне кажется, нет. Так, я смогу этим достать? Наверное, тоже нет, да? А, я могу, наверное... По генералу, наверное, нельзя скидывать, так попробуем. Как бы да, они не скидываются. Скидываются? Серьезно? Упс. Я, кстати, мог сейчас потерять своего генерала, если бы ему хотел скинуть. Нет. А это считается то, что я его своим генералом бил? Последний, скидывал уже генерал. А наконец я победил. Я сказал наконец, я Черт, я надеялся, что Сакура придет поздравить меня. Минду. Да брось, у меня полное дело, ведь так? Только представьте себе, Куракава, мой лучший друг. Мое доверенное лицо. Как последняя сволочь вонзил мне нож в спину и украл мое я. Будет вам, шеф. Взгляните на это так. Месть будет вдвойне слаще. Да, и правда. Вперед, нас ждет приторно сладкая месть. Приторно. Так, все три нашибочки же, да? С первого раза. Что там? Да, сюда, изи. 20 минут.